Как известно, современные технологии постоянно развиваются. Каждый день появляется множество новых высокотехнологичных приборов и приспособлений. Одно из них – 3D-принтеры. Во всем мире технология 3D-печати набирает все большую популярность в различных отраслях промышленности. Почему именно 3D-печать, а не какими-то другими способами? Ну, во-первых, это скорость изготовления деталей и дешевизна печати на 3D-принтере по сравнению, например, скажем, с изготовлением деталей на станках с ЧПУ. Соответственно, люди приходят к нам, заказывают детали, и мы быстро в течение одного-двух дней выполняем заказ. Как говорят специалисты, скорость 3D-печати зависит от сложности детали. Это сейчас самое слабое место технологии. Поскольку небольшие части или детали приборов можно изготовить примерно за 6 часов, соответственно, деталь большего размера будут изготавливать гораздо дольше. В 3D-печати можно использовать различные полимерные материалы. Так, например, вот эту миниатюрную фигурку робота принтер отливал около часа. Используют полимерные всякие соединения, то есть пластик как пример. Любые какие-то полимерные соединения с температурой плавления до 260 градусов, они все применяются. Как считают инженеры, применение 3D-печати практически безгранично. И как считают изобретатели, возможно, что сегодняшние 3D-принтеры всего лишь первый шаг к более крупным открытиям.